Вот я белочка. Диля Рахимова сегодня красавица белочка. Праздничный наряд она выбрала вместе с бабушкой из десятков платьев. Не забыли и об аксессуаре для дополнения образа. Бегаю. Общими стараниями малыши подготовили целую концертную программу. Как отмечает музыкальный руководитель детского сада, эта задача была не из простых. Если со старшими можно найти компромисс, то младшие ничему не поддаются. Сегодня у нас праздник в среднем группе. У нас нет определенной темы. Мы выбрали максимально легкие. Формат – это у нас формат концерта. Во всех сценах дети принимали активное участие, подготовили песни, стихи и танцы. В последних дети перевоплощаются в самых разных героев, например, мальчики в грибочке. Я грибочек. А что ты сегодня оденешь на праздник? Шапочек. Шляпу. Шляпу. Сегодняшний праздник особенный для мальчиков и девочек. Он впервые проходит в присутствии родителей. Но несмотря на это, каждый проделал свою работу очень хорошо. Гульнара Гильмуллина, Богдан Рылов, Ильза Нургалиева. Новости Татарстана.